я наткнулась на интересное видео из моего архива. Здесь Бейлис полгодика. И она невероятная шкодница. Как мы справлялись с этой ситуацией? Я думаю, тебе будет интересно. Вот оно какое доброе утро. Утренний подарок от Бейлис. Мамин любимый пододеяльник. Он был практически новым. И вот. Наверняка, если ты живешь в частном доме, у тебя щенок, может случаться подобные вещи с твоей стиркой. Как нужно реагировать? Где наш щенок? Наш щенок не вылазит с будки. Вот он. Вместе с Альфой. Да, по лицу видно, по морде лица бессовестной, что она понимает, что что-то не так, что-то не то. Но, скорее всего, она думает, что мы просто не в духе, у нас плохое настроение. Вот, и мы так кричали тут. Она спряталась и не выходила. Ни в коем случае не ругай и не бей свою собаку, подозвав ее к себе с командой ко мне. Команда ко мне, если она подошла, ты только гладишь. Даже если звал ты ее с целью поругать и набить. Она не поймет. Собака будет ассоциировать твою агрессию с последним ее действием. А последнее ее действие было подойти к тебе. Что же, давайте с ней попробуем поразмышлять. И вытащить ее из будки. Бейлис, иди ко мне. Иди ко мне, моя хорошая. Иди ко мне. Иди ко мне. Ко мне, Бейлис. Давай, иди сюда. Иди сюда. Нет, не буду бить. Иди сюда. Иди, 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 выходи. Ко мне, Бейлис. Ко мне, иди сюда. Иди сюда. Иди, Алечка, выходи. Выходи ко мне, выходи. Вот отлично, сейчас она ей поможет выйти. Первый самый смелый. Выходи, Бейлис, выходи. Молодец, Аля, молодец, вышла. Молодец, ко мне, ко мне. Молодец, вышла. Да? Злая, очень злая мама, я не такая злая, но как бы злая я не была, или ты, нельзя ругать. Вышла собака, хорошо, ко мне, молодец, молодец. А теперь идем с ней размышлять над жизнью, да? Пошли, Бейлис, пошли, сиди. Бейлис, кто это сделал? Кто это сделал? Бейлис, нельзя, нельзя рвать вещи, нельзя рвать вещи. Буду ругаться, нельзя рвать вещи, ни в коем случае нельзя. Не бей свою собаку. Попробуй словить еще ее на горячем. Это то упражнение, которое мы попробуем сделать. Вот она уже сдалась, упала. Мы ее поругали чуть-чуть, и она упала лапками вверх. Когда словлю ее на горячем, на месте исправлю ее поведение. Даже постараюсь создать такую ситуацию игривую. Смотри в следующих выпусках. Надеюсь, твое утро было более приятным, чем наше. Потому что с тобой нет такой вот Бейлис непослушной. Может быть, у тебя другой крокодильчик? Пиши в комментариях, расскажи о своем щенке или собачке. Мне очень интересно.